Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Необычайное хобби Туба Бюйкустюн, выставка тихой живописи открывается. Туба Бюйкустюн, одна из известных актрис Турции, преподнесла своим поклонникам сюрприз. Он организовал специальную выставку живописи от своего имени, чтобы пожинать плоды своих недавних работ немой живописи. Туба Бюйкустюн объявила, что она известна своей актерской карьерой и успехом в международных проектах, а также тем, что ее артистическая личность остается скрытой. Знаменитый актер, много лет увлекающийся искусством живописи, в свободное время погружался в искусство и создавал увлекательные произведения. Выставка немого искусства открыла свои двери для особых гостей и ценителей искусства. Было выставлено более 30 работ Тубы Бюйкустюн, состоящих из масляных красок, акварелей и картин углем, выполненных в различных техниках. Работы, посвященные природным, человеческим и абстрактным темам, очаровали зрителей оригинальным и эмоциональным языком. На открытии выставки также присутствовали близкие друзья и коллеги Тубы Бюйкустюн. Знаменитый актер, встретившийся с любителями искусства на открытии выставки, искренне поделился историей своих картин и увлечением своим творчеством. Туба Бюйкустюн удивила поклонников тем, что долгое время держала в секрете свой интерес к рисованию и решила молча выставлять свои работы. Искренность и накал эмоций в его произведениях свидетельствовали о том, что он был не только актером, но и талантливым художником. Выставка за короткое время вызвала большой интерес и получила положительные отзывы любителей искусства. Туба Бюйкустюн планирует оставить свой след в мире искусства этим необыкновенным хобби и сделать себе имя, открывая новые выставки живописи в будущем. Выставка немой живописи Тубы Бюйкустюн привлекла большое внимание ее поклонников и любителей искусства. Посетив эту специальную выставку, любители искусства имели возможность раскрыть скрытую творческую личность знаменитого актера и увидеть его доселе неизвестные стороны. Туба Бюйкустюн желает ей дальнейших успехов в живописи и актерской карьере и с нетерпением ждет ее будущих художественных работ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Необычайное хобби Тубы Бюйкустюн, выставка тихой живописи открывается. Туба Бюйкустюн, одна из известных актрис Турции, преподнесла своим поклонникам сюрприз. Он организовал специальную выставку живописи от своего имени, чтобы пожинать плоды своих недавних работ немой живописи. Туба Бюйкустюн объявила, что она известна своей актерской карьерой и успехом в международных проектах, а также тем, что ее артистическая личность остается скрытой. Знаменитый актер, много лет увлекающийся искусством живописи, в свободное время погружался в искусство и создавал увлекательные произведения. Выставка немого искусства открыла свои двери для особых гостей и ценителей искусства. Было выставлено более 30 работ Тубы Бюйкустюн, состоящих из масляных красок, акварелей и картин углем, выполненных в различных техниках. Работы, посвященные природным, человеческим и абстрактным темам, очаровали зрителей оригинальным и эмоциональным языком. На открытии выставки также присутствовали близкие друзья и коллеги Тубы Бюйкустюн. Знаменитый актер, встретившийся с любителями искусства на открытии выставки, искренне поделился историей своих картин и увлечением своим творчеством. Туба Бюйкустюн удивила поклонников тем, что долгое время держала в секрете свой интерес к рисованию и решила молча выставлять свои работы. Искренность и накал эмоций в его произведениях свидетельствовали о том, что он был не только актером, но и талантливым художником.
Выставка за короткое время вызвала большой интерес и получила положительные отзывы любителей искусства. Тува Бюйкустюн планирует оставить свой след в мире искусства этим необыкновенным хобби и сделать себе имя, открывая новые выставки живописи в будущем. Выставка немой живописи Тувы Бюйкустюн привлекла большое внимание ее поклонников и любителей искусства. Посетив эту специальную выставку, любители искусства имели возможность раскрыть скрытую творческую личность знаменитого актера и увидеть его доселе неизвестные стороны. Тува Бюйкустюн желает ей дальнейших успехов в живописи и актерской карьере и с нетерпением ждет ее будущих художественных работ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.